Говорится, что уголовное дело сидящего сейчас в тюрьме в Нарыне Улана Тактасунова по кличке Сокал пересматривается в суде, и он выйдет на свободу. Этот джигит до этого был коронован в Турции, приобрел статус вора в законе. По прибытию в Кыргызстан был лишен свободы на 14 лет по подозрению в убийстве. Неизвестно, какой будет его позиция после выхода из заключения.